Итак, ребята, всем привет, мы продолжаем тему Parallels. Вышло обновление 19.3.0. Сначала мы вернемся к 19.2.1, так как есть особенность. Писали в Дискорде, в Телеграме об ошибке. PRL Desktop Client неожиданно завершила работу. То есть, была ошибка. Теперь она исправлена. Давайте установим 19.2.1. А потом обновимся до 19.3.0. Так, вот Parallels. Важное замечание. Отключаем SIP. И для 19.2.1, и для 19.3.0 мы отключаем SIP. Программу из любого источника, то есть вот этой командой. И System Integrity Protection, тут тоже в документе. И файл Vault. То есть шифрование должно быть выключено, шифрование диска. Поехали. SIP у меня отключен, шифрование тоже, и программы из любого источника включены. Как отключить SIP, есть на канале. Сделаю вставочку в это видео также. Итак, SIP выключен, 19.2.1, поехали. Открываем. Устанавливаем. В
Все, он установлен. Закрываем. Далее. Переходим. Запускаем утилитку. Вводим пароль. Она у нас запустилась, так как я уже пробовал это делать. Это все. Она прекрасно работает. То есть вот 19.2.1 у нас. Бизнес-версия. Все. Далее. Переходим к 19.3.0. Включаем VPN. VPN абсолютно любой. Включили VPN. Переходим сюда. Проверить на обновление. Пройдемся, что доступно нам в новой версии. General — это фиксы в основном. В Windows 11 поправили графику в играх Dark Souls 2, Rise of Kingdoms и график рендеринг в Genshin Impact. Вот эти функции больше не поддерживаются. Режим поездки, 32-битная версия приложений, то есть Parallels Tools, Windows и Linux. То есть в следующей мажорной версии, это Parallels 20, не будут поддерживаться вот эти вот все функции во всех компьютерах Mac. А это в компьютерах Mac на процессорах Intel. Установить обновление. Все, обновление установлено. Закрываем полностью. Запускаем утилиту для 19.3.0. И запускаем. У нас все работает. VPN можно выключить. Все прекрасно работает. В чем особенность? Поговорим сейчас об этом. То есть все, система функционирует, я даже покажу. То есть все открывается. Давайте выключим. Особенность в том, что при установке чистого листа 19.2.1, 19.3.0 нужно будет отключить проверку библиотек вот этой вот командой. Все файлы будут в нашем Discord-сообществе и Telegram-канале. То есть мы вводим эту команду в терминал, и Parallels будет работать после патча. За консультацией обращаться ко мне в личное сообщение. Найдете меня в Телеграме, либо в Discord-сообществе. А если ролик был полезен и понравился, лайк, подписка, комментарий. Увидимся в новых видео. Всем пока.